В республике прошел 5-й республиканский спортивный фестиваль семейных традиций. Он объединил молодых родителей. Недавно созданная Ассоциация молодых семей намерена активно участвовать в общественной жизни республики, проводить семинары и форумы, организовывать совместный досуг. Впереди нас ждут очень интересные новые проекты. Я бы очень хотела, чтобы такие мероприятия озарялись улыбками детей и как можно чаще. Давайте в течение лета будем встречаться, будем создавать какие-то новые танцевальные, песенные проекты. И будет очень здорово, если мы с таким, наверное, флешмобом, да, пройдемся по всей республике. В фестивале приняли участие 22 семьи из разных городов и районов республики. Конкурс «Чудо-коляска», флешмоб «Дружный самокатопробег». Родители с детьми с удовольствием участвовали в различных мероприятиях. Конечно, не обошлось и без подарков. Это вам подарок от семьи Гавриловых. Наша семья очень любит животных, но других животных, конечно, сюда не могли привезти. А петушка, как гостинцы, это традиционный, смогли привезти, с собой взять. Поэтому решили петушка подарить. Потому что петух, как говорится, во дворе, он утром встает рано, раньше всех, будет всех. Как говорится, он главный. Во дворе себя считает. Вот решили как символ хозяйства подарить петуха. По итогам фестиваля лучшую визитку представила дружная семья Тимофеевых из Новочебоксарска. Самую яркую креативную коляску смастерила семья Дулиных из Порецкого района. Нет, привился раз и живи без бед. Инесса Потапова, Андрей Шоклев, Степан Гурьянов, Республика.